Хе-хе-хе, пока все отдыхают, мы сделаем гадость. Хи-хи, намусорим, любимую речку кинем фантики, разведем костер. Чё чирикаешь, не нравится? Ха-ха, лети, кому ты нужен здесь? А-а-а, грязь, пожар, дышать нечем. Наконец-то мы приехали домой. Всюду грязь, кто же это натворил? Без сомнения, это шипогляк. И Дюдюка. А где она сама? Да вон, на дереве плачет. Помогите, спасите! Загрязнение воздуха угрожает здоровью людей всей жизни на Земле. Мы тоже можем способствовать сохранению чистого воздуха, если будем сажать различные растения, деревья. Чистая вода – живая планета. Мусор – одна из категорий отходов человеческой деятельности. Чистый дом, чистая улица, чистый город. Пожар – самая большая опасность в лесу, поэтому не разводи костер без взрослых. Не балуйся с огнем. Если пожар все-таки начался, немедленно выбегай из леса. Выйдя из леса, обязательно сообщи о пожаре взрослым. Собери макулатуру, сохрани дерево. Нельзя обижать птиц. Давайте жить дружно. Давайте беречь природу, ведь она так от нас зависит.